тот, кто контролирует прошлое, тот контролирует будущее. Джордж Оруэлл. Все, что сейчас люди пытаются узнать о прошлом, начинается с повествований из учебников истории. Дальше идут различные книги и кино на исторические темы, а также информация из интернета. Но если внимательно присмотреться к данной информации, то можно заметить, что большинство материалов по истории дается в виде различных войн, политических и религиозных конфликтов, которые периодически меняют друг друга. Но так ли было все в прошлом, как это преподается в истории? Может, помимо войн, политических и религиозных конфликтов, в прошлом были события, о которых не следует забывать? На эти и другие вопросы мы постараемся ответить в данной передаче. В наше время в современном русском просторечии, в официальном, научном и религиозном обозначении термин «православие» употребляется применительно к чему-либо, относящемуся к этнокультурной традиции, и его обязательно связывают с Русской Православной Церковью и христианской религией. На простой вопрос «Что такое православие?» любой современный человек, не задумываясь, ответит – что православие – это христианская вера, которую приняла Киевская Русь во времена правления князя Владимира Красное Солнышко от Византийской империи в 988 году нашей эры. И что православие, то есть христианская вера, существует на русской земле уже больше тысячи лет. Ученые от исторической науки и христианские богословы в подтверждение своих слов заявляют, что самое раннее использование слова «православие» на территории Руси фиксируется в слове о законе и благодати 1037-1050 года митрополита Илариона. Но так ли оно было на самом деле, и соответствует ли действительности то, что говорят сейчас политики, СМИ, историки и богословы относительно значения и появление на Руси понятия и термина православия? Многие люди могут задать нам встречный вопрос, а почему возникло сомнение относительно значения слова православие? Наша программа, отвечая на данный вопрос, советует внимательно прочитать преамбулу к Федеральному закону о свободе совести и о религиозных объединениях, принятому 26 сентября 1997 года. Обратите внимание на следующие моменты в преамбуле. Признавая особую роль православия в истории России и далее, уважая христианство, ислам, буддизм, иудаизм и другие религии. Таким образом, понятия православия и христианства не тождественны, они несут в себе совершенно разные понятия и значения. Давайте вместе разбираться, в чем же тут дело, и что же в действительности означает слово «православие». Для начала обратимся к толковым словарям и энциклопедиям, чтобы узнать изначальное значение образа данного слова. Современный философский словарь и энциклопедия «Религия» дают нам следующее толкование. Православие – славянский эквивалент ортодоксии, греческое – правильное знание. Термин «ортодоксия» впервые употребляется во II веке в противоположности с гетеродоксией, греческое – заблуждение еретиков. Очень интересное толкование для нашего древнего славянского слова «православие» приводят современные ученые-мужи. Обратите ваше внимание на то, что для простого объяснения значения образа древнеславянского слова для нас приводится сочетание аж двух нерусских терминов,
латинского «эквивалент» и греческого «ортодоксия». Очень интересный подход к делу у современных ученых-мужей. Видимо, свои пробелы в знании образов древнеславянского языка они привыкли замещать использованием терминов из языков других народов, чтобы показать всем свою ученость. Но давайте для начала самостоятельно разберемся, что же означают эти чужеродные термины. Заглянем во всем известную Википедию. Эквивалент от позднелатинского «эквиваленс» — равнозначный, равноценный. Предмет или количество, равноценные или соответствующие в каком-либо отношении другим и способные служить им выражением или заменой. Итак, с латинским словом «эквивалент» разобрались. А теперь посмотрим, что же означает греческое слово «ортодоксия». Ортодоксия – греческое, строгое следование какому-либо учению, правоверие. Очень интересная ситуация получается. Вместо ожидаемого слова «православие» при переводе с греческого слова «ортодоксия» нам предлагается новый термин – «правоверие». Думаем, что для нас достаточно всех этих новоявленных толкований. Обратимся к более старым источникам, коим является старославянский словарь, составленный по рукописям X-XI веков Славянским институтом Академии наук Чешской Республики и Институтом славяноведения и балканистики Российской Академии наук. Скажем сразу, что древнеславянского слова «православие» в нем нет, а вот слово «правоверие» имеется, и означает оно буквально следующее. Правоверие – истинная вера, правоверие, справна вера, правая вера. Напомним, что российские историки и христианские богословы заявляют, что православие к нам пришло из Византийской империи в X веке, во времена крещения Руси киевским князем Владимиром. И произошло это событие в 988 году нашей эры. Это считается в наше время неоспоримым фактом, о котором знают не только все взрослое население России, но даже ученики средней школы. Поэтому данный исторический факт якобы не нуждается ни в каких подтверждениях или доказательствах. К тому же, даже Государственная Дума Российской Федерации в подтверждение этого недавно приняла правительственный закон, которым устанавливается новая памятная дата 28 июля, день крещения Руси. Но так ли оно было на самом деле в прошлом? Или это хорошо созданный исторический миф? Давайте вместе разбираться в данном вопросе, делая свои собственные выводы на основе известных и доступных нам источников, рассказывающих о событиях тысячелетней давности. Итак, наш первый вопрос. Какую же религию принесли на Русь из Византии в 988 году нашей эры? Вопрос многим людям может показаться очень странным, ибо все и так давно ясно, но все же он необходим. Поэтому и начало ответа для многих будет тоже очевидным. Из Византии на Русь принесли христианство. Заметьте, принесли именно христианство, а не православие, ортодоксию или правоверие, как это указывают различные словари и энциклопедии. Ибо в 988 году нашей эры еще существовала единая христианская церковь и единая религия – христианство. Разделение единой христианской церкви на западную – римско-католическую или вселенскую и восточную – греко-кафолическую, иначе говоря, ортодоксальную или правоверную – произошло через 66 лет после крещения Руси в 1054 году нашей эры. Лишь по прошествии многих веков христианство на русской земле
определилась в своем выборе пути, и выбор был сделан в пользу Восточной Церкви. Второй вопрос также покажется вам странным. Кто крестил Русь в 988 году нашей эры? Любой человек может ответить, что за глупый вопрос? Конечно же, киевский князь Владимир. Ответ правильный, но только частично. Русь действительно была крещена во времена правления Владимира Киевского. Вот только русским князем он не был. У многих людей такое заявление может вызвать удивление или шок. А некоторые в гневе начнут обвинять нас в невежестве и незнании истории. Для подтверждения нашей неправоты опять будут звучать ссылки на древние летописи, а также на слово о законе и благодати митрополита Илариона, о котором мы упоминали ранее. Так как это слово более доступно как в печатном виде, так и в электронном, чем многие древнерусские летописи, то в него мы и заглянем. Вот только смотреть мы будем не только современный перевод, но и первоначальный текст. Для начала обратите внимание, о каком законе идет речь. Читаем в оригинале. «О законе Моисеем Данием». И в переводе «О законе, данном Моисеем». Вот так. Оказывается, Моисей писал законы для славян. Но вернемся к киевскому правителю Владимиру. Читаем, что написано на нем в оригинале слова. «Похвала Кагану нашему, Владимиру, от него же крещений, быхому». А вот в современной трактовке перевода это уже звучит так. «Похвала великому князю нашему, Владимиру, коим мы были крещены». Не кажется ли вам, что оригинальный текст слова о законе и благодати более точно повествует о титуле киевского правителя, устроившего крещение Руси, нежели современный перевод? Изначальный текст гласит, что Владимир Киевский не был русским князем, он был каганом. Вот так, не больше и не меньше. Исходя из вышесказанного, появляется наш третий вопрос. Кто правил Киевом во времена крещения Руси? И почему переводчики слова о законе и благодати тщательно пытаются скрыть, кем же был на самом деле Владимир? Каган – это хазарский титул верховного владыки, правителя каганата. Чтобы понять, какое отношение этот титул имеет к киевскому правителю Владимиру, давайте посмотрим на его родословную. Известно, что матерью Владимира была хазаринка Малка. Летопись ее иногда называют Малушей. Она занимала должность ключницы при княгине Ольге. То есть в ведении Малки находилось управление княжьим двором, особенно во времена отсутствия княжны. Ключница отвечала за все имущество, находящееся в княжьем тереме, и за продовольственные запасы княжеского двора, и носила при себе ключи от мест их хранения. Некоторые историки называют ключницу Малку рабыней княгини Ольги, совершенно забывая о том, что в те времена на Руси не было никакого рабства. К тому же, никто бы не поставил на такую ответственную должность безродную рабыню. Так что заявление историков о том, что управляющая киевским княжьим двором была рабыней, безосновательны. Ключница Малка была из знатного хазарского рода. Тут ничего удивительного нет. В те времена на Руси проживали представители разных стран и народов, и отношение к ним было по их способности вести дела. Итак, с матерью Владимира все вроде бы ясно. А теперь посмотрим, кто же был его отцом. Многие могут нам сразу заявить, а чего тут смотреть? Его отцом был киевский князь Святослав. Об этом и в летописях сказано. Но в том-то и дело,
что летописи эти нигде не сообщают дату рождения Владимира. Год рождения Владимира неизвестен. Согласно летописи, дошедших до нас, известно, что князь Святослав родился в 942 году, а старший сын Владимира, Вышеслав, родился около 977-го. Исходя из этих двух дат, историки выводят год рождения Владимира, 960-й. Но так ли это на самом деле? Математика – хорошая наука, но для того, чтобы вычислять даты рождения, она не всегда подходит. Конечно, проще всего отнять от 977 года 942 год, а результат в 35 лет поделить на двое и сказать, что родился Владимир в 960 году. Но дело в том, что в те времена на Руси действовали строгие родовые устои, которые нарушать не дозволялось никому, даже представителям княжеских родов. Согласно с этими родовыми устоями, мужчины имели право брать себе жену только по достижении ими 21 года. Таким образом, ребенок у них мог родиться только в 22 года или позже. Если согласно летописи нам известно, что сын Владимира, Вышеслав, родился в 977 году, то сам Владимир должен был родиться примерно в 955 году, когда князю Святославу, по тем же сохранившимся летописям, было всего 13 лет. Поэтому Владимир никак не мог быть его сыном, тем более третьим по счету. Спрашивается, а кто тогда был отцом Владимира? Ответ на этот вопрос помогает выяснить дочь полоцкого князя Рогнеда. Когда Владимир сватался к ней, она отказала ему, заявив: «Не хочу идти за Рабичича». Историки стараются трактовать слово «Рабичич» как «сын рабыни», но мы уже пояснили, что на Руси рабство не существовало. Ответ, как всегда, лежит у всех на виду. «Рабичич» означает «сын рабби», то есть раввина. На Руси вероисповедание человека считалось его личным делом, поэтому никто не удивлялся, что в крупных городах рядом с торжищами располагались культовые сооружения представителей различных религий, в том числе и иудаизма, который исповедовали купцы и торговцы из Хазарии. Поэтому проживание раввинов из хазарского каганата возле торжищ на русских землях было обычным делом. И то, что у хазарских раввинов были семьи и дети, это тоже никого не удивляло. В общем, с родителями Владимира разобрались. Матерью была Малка, а отцом был раввин, имя которого летописи или не сохранили, или специально утаили. Теперь нам осталось только выяснить, каким образом Владимир превратился из сына раввина в сына князя Святослава, как это указано в летописях. Тут, оказывается, тоже никакой тайны нету. Когда послы из Новгорода прибыли в Киев просить Святослава дать им князя, то Святослав по совету своей матери, княгини Ольги, усыновил сына ключницы Малки, Владимира, и отправил его в Новгород. Усыновление было обычным делом в те времена, причем усыновленные дети пользовались теми же правами, что и родные. Поэтому в летописях и записали, что Владимир был сыном Святослава. А историки, видать, не зная этой древней традиции, стали выдумывать версии про незаконно рожденного сына киевского князя. Такие события в прошлом происходили не раз. Многие, наверное, помнят сказ про то, как царь Петр арапа женил. Общеизвестный факт. Император Петр I усыновил эфиопского мальчика Ибрагима Ганнибала и записали мальчика как Ибрагим Петрович Ганнибал. И никто впоследствии даже не подумал придумывать сказки про то, что Ибрагим Петрович был незаконно рожденным сыном Петра I и неизвестной негритянской рабыни. Но вернемся к Владимиру. Нет ничего удивительного в том, что после захвата власти в Киеве он стал именовать себя не князем,
Акаганом. Он просто никогда не забывал о своем хазарском происхождении и, придя к власти, начал устанавливать свои порядки и законы. Ведь до него ни один русский князь, воспитанный в старой вере своих предков, даже не мог помыслить о том, что веру предков можно поменять на более выгодную. А так как старая вера славян для Владимира была чужой, то он и решил заменить ее на другую, чтобы держать народ в своем жестком подчинении. Поэтому, по согласованию с Византией, им и было принято решение о крещении Руси. Но продолжим дальше разбирать слово о законе и благодати митрополита Илариона и посмотрим, есть ли там в действительности упоминание о православии, или это хорошо созданный исторический миф. Читаем текст в оригинале. «Добро послуха благоверию твоему, о блаженниче, свята о церкви, святая Богородица Мария, юже съезда на правовернии основе, иди же, и мужественное твое тело ныне лежит, жида трубы архангельской». А вот как записали в переводе. «Доброе свидетельство твоего, о блаженный, благочестие, святая церковь Пресвятой Богородицы Марии, которую воздвиг ты на православном основании, и где и поныне мужественное тело твое лежит, ожидая архангельской трубы». Как мы видим, в данном абзаце при переводе выражение «на правоверной основе» заменили выражением «на православном основании». Многим людям совершенно непонятно, зачем было нужно переводчикам подменять основу, на котором создана христианская церковь. Об этом мы расскажем позже, а сейчас вернемся к тексту слова. Читаем другой абзац текста в оригинале. «Верую же, и в седьмой собор правоверный их святый их отец, и его же извергоша, и аз изметаю, и его же прокляша, и аз проклинаю, и я же писанием предаша нам приимаю». А теперь тот же текст в переводе. «Исповедую же и семь соборов православных святых отцов, и тех, что извергнуты ими, и я отметаю, и тех, что прокляты ими, и я проклинаю. Что же посредством писаний своих предали они нам, то приемлю». Стоит задуматься, кто же участвовал в семи соборах христианской церкви? Православные святые отцы или все же правоверные святые отцы? Как это и указано в оригинале, слово о законе и благодати митрополита Илариона. Кем и когда было принято решение о подмене одного понятия на другое? И существовало ли когда-нибудь в прошлом упоминание о православии? Ответ на этот вопрос дал византийский монах Велизарий задолго до крещения Руси. Вот что он написал в своих хрониках о славянах и их обряде посещения бани. «Православные славяны и русины – дикие люди, и житие их дико и безбожно. Мужи и девки, нагие, вместе запиравшиеся в жаркой истопленной избе, и истязаши телеса своя, хлеща себя прутьями древесными нещадно до изнеможения, и опосля прыгаши во прорубь али сугроб, и охланишися, вновь идяши во избу, истязати телеса своя». Мы не будем обращать внимание на то, что для монаха Велизария обычное посещение славянами бани показалось чем-то диким и непонятным. Это вполне естественно. Для нас важно другое. Обратите внимание на то, как он называл славян. Православные славяны и русины. Только за одну эту фразу мы должны выразить ему свою признательность, так как этой фразой византийский монах Велизарий подтверждает, что славяне были православными за многие сотни лет до обращения их в христианскую веру. Славян называли православными, ибо они правь славили, а правь
это мир древних славянских богов. Спрашивается, а кто же и когда решил подменить на русской земле термины правоверия и православия? Произошло это в 17 веке, когда московский патриарх Никон учинил церковную реформу. Основной целью данной реформы Никона было не изменение обрядов христианской церкви, как это трактуется сейчас, где все сводится якобы к замене двоеперстного крестного знамения на троеперстное и хождение крестного хода в другую сторону. Основной целью реформирования было уничтожение двоеверия на русской земле. В наше время мало кто знает, что до начала правления в Москве царя Алексея Михайловича на русских землях существовало двоеверие. Иными словами, простой народ исповедовал не только правоверие, то есть христианство греческого обряда, пришедшее из Византии, но и старую, дохристианскую веру своих предков – православие. Вот это больше всего волновало царя Алексея Михайловича Романова и его духовного наставника, христианского патриарха Никона, ибо православные староверы жили своими устоями и не признавали никакой власти над собой. Патриарх Никон решил покончить с двоеверием весьма оригинальным способом. Для этого, под видом реформы в церкви, якобы из-за несоответствия греческих и славянских текстов, он приказал переписать все богослужебные книги, заменяя фразы «правоверная вера христианская» на «православная вера христианская». В сохранившихся до наших времен чети-минеях мы можем видеть старый вариант записи «правоверная вера христианская». Это был очень интересный подход Никона к делу проведения реформ. Во-первых, не нужно было переписывать множество древних славянских, как тогда говорили, хоротийных книг и летописей, в которых описывались победы и достижения дохристианского православия. Во-вторых, стирались из памяти народа жизнь во времена двоеверия и само изначальное значение православия. Ибо после такой церковной реформы любой текст из богослужебных книг или древних летописей можно было трактовать как благодатное деяние христианства на русских землях. Кроме того, патриарх разослал по московским церквам память об употреблении троеперстного крестного знамения вместо двуперстного. Так началась реформа, равно как и протест против нее, приведший к церковному расколу. Протест против церковных реформ Никона был организован бывшими товарищами патриарха, протопопами Аввакумом Петровым и Иваном Нероновым. Они указывали патриарху на самочинность таких действий. И тогда, в 1654 году, он устраивает собор, на котором в результате давления на участников добивается разрешения провести книжную справу по древним рукописям греческим и славянским. Однако у Никона равнение шло не на старые обряды, а на современную греческую практику того времени. Все действия патриарха Никона привели к тому, что церковь раскололась на две враждующих между собой части. Сторонники старых традиций обвиняли Никона в трехязычной ереси и потакании язычеству. Так христиане называли православие, то есть старую дохристианскую веру. Раскол охватил всю страну. Это привело к тому, что в 1667 году Большой Московский собор осудил и низложил Никона, а всех противников реформ предал анафеме. С той поры приверженцев новых богослужебных традиций стали называть никонианами, а приверженцев старых обрядов и традиций стали называть раскольниками и преследовать. Противостояние между никонианами и раскольниками временами доходило до вооруженных столкновений, пока на стороне никониан не выступили царские войска. Во избежание крупномасштабной религиозной войны часть высшего духовенства Московской Патриархии осудила некоторые положения в реформах Никона. В богослужебной практике и в государственных документах вновь стали использовать термин «правоверие». Для примера, обратимся к духовному регламенту Петра I.
Вот что написано в данном документе. Державнейший царь всероссийский Петр I при мудре на пользу Отечества державы своей установил в лето 1718. А яко христианский государь, правоверие же и всякого в церкви святий благочиния блюститель, посмотрев и на духовные нужды, и всякого лучшего управления он их возжелав, благоволил уставить и духовное коллегиум, которое бы прилежно и непрестанно наблюдало, еже на пользу церкви, да вся по чину бывает, и да не будут ни строения, еже есть желание апостола, или паче самого Бога благоволение. Как мы можем видеть, даже в 18 веке Петра I называют христианским государем, правоверие и благочиние блюстителем. А вот о православии в данном документе нет ни слова. Нет его и в изданиях духовного регламента 1776 и 1856 годов. Подведем небольшие предварительные итоги. До 988 года нашей эры у славян на Руси существовала своя старая вера, которая называлась православие. В конце X века киевский правитель Каган Владимир крестил Русь по греческому закону, то есть сделал христианство государственной религией, заменив старую веру. В 1054 году нашей эры произошел раскол христианской церкви на западную и восточную. С этого времени восточная христианская церковь с центром в Константинополе стала называться ортодоксальной, то есть правоверной, а исповедующие христианство по греческому обряду – ортодоксами или правоверными. В слове о законе и благодати митрополита Илариона термин «православие» встречается только в современном переводе, а в оригинальном тексте используется термин «правоверие». Попытка патриарха Никона заменить в богослужебных книгах правоверие на православие привела в 17 веке к расколу христианской церкви. Исходя из вышесказанного, возникает следующий вопрос. Когда же термин «православие» стал официально использоваться христианской церковью? Чтобы ответить на данный вопрос, мы скажем вам нечто выходящее за рамки современного восприятия. Дело в том, что в Российской империи не было русской православной церкви. Христианская церковь существовала под другим названием – Российская греко-кафолическая церковь, или, как ее еще называли, Российская ортодоксальная церковь греческого обряда. Христианская церковь под названием РПЦ, то есть Русская православная церковь, появилась относительно недавно, во времена правления большевиков. Поясним. В начале 1945 года по указу Иосифа Сталина в Москве под руководством ответственных лиц из Госбезопасности СССР был проведен поместный собор Российской Церкви и выбран новый патриарх Московский и всея Руси. Следует упомянуть, что многие христианские священнослужители, не признавшие власть большевиков, уехали из России и за ее рубежами продолжают исповедовать христианство восточного обряда и называют свою церковь не иначе, как Russian Orthodox Church, то есть Российская ортодоксальная церковь. То, что во времена Советского Союза очень часто наименование одного явления или структуры использовали для обозначения другого явления или структуры, неудивительно. Делалось это по указанию высшего партийного руководства страны, для того, чтобы показать якобы древность чего-либо. Многие, наверное, помнят советский учебник «История СССР с древнейших времен до 1861 года». И мало кто тогда задумывался, что такое название для учебника абсурдно, ибо СССР был создан лишь 30 декабря 1922 года. Для того, чтобы окончательно отойти от хорошо созданного исторического мифа и узнать, что же в действительности означало слово «православие» в глубокой древности, обратимся к тем людям, которые до сих пор
хранят старую веру предков. В наше время филологи и лингвисты от академической науки, а также современные христианские богословы и религиоведы настойчиво пытаются навязать славянским народам мнение, что греческий термин «ортодоксия» при переводе на славянские языки означает именно православие, а не правоверие, ибо только христиане Восточной Церкви правильно славят Иисуса Христа, и посему они православны. При этом эти ученые-мужи совершенно не задумываются о том, что если следовать их логике перевода, то ортодоксальные иудеи, ортодоксальные мусульмане, ортодоксальные буддисты, согласно трактовкам таких переводов, превратятся в православных иудеев, православных мусульман, православных буддистов, что в принципе абсурдно и не соответствует действительности. Получив свое образование в советское время, эти ученые-мужи либо не знают, либо тщательно стараются скрыть от простых людей, что еще в глубокой древности, задолго до зарождения христианства, на славянских землях существовало православие. Оно охватывало не только основное понятие, когда наши мудрые предки прославили, то есть мир древних славянских богов. Глубинная суть православия была гораздо больше и объемнее, чем это представляется сегодня. Образное значение данного слова включало в себя и понятие, когда наши предки православили. Вот только это было не римское право и не греческое, а наше родное славянское. Оно включало в себя родовое право, основанное на древних традициях, культуре, конах и устоях рода. Общинное право, создающее взаимопонимание между различными славянскими родами, живущими совместно в одном небольшом поселении. Копное право, которое регулировало взаимодействие между общинами, живущими в больших поселениях, коими являлись города. Весевое право, которое определяло взаимоотношения между общинами, живущими в разных городах и поселениях в пределах одной веси, то есть в пределах одной области расселения и проживания. Вечевое право, которое принималось на общем сходе всего народа и соблюдалось всеми родами славянского сообщества. Любое право, от родового до вечевого, было устроено на основе древних конов, культуры и устоев рода, а также на основе заповедей древних славянских богов и наставлений предков. Это было наше родное славянское право. Наши мудрые предки заповедовали сохранять его, и мы его сохраняем. С древнейших времен наши предки прославили, и мы продолжаем прославить. И мы храним наше свое славянское право и передаем его из поколения в поколение. Поэтому мы и наши предки были, есть и будем православны.